Американские законодатели по обе стороны выразили обеспокоенность и разочарование в связи с планом Джо Байдена по эвакуации всех американцев из Афганистана к концу месяца. Законодатели из Палаты представителей поставили под сомнение осуществимость плана после брифинга, проведенного председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и директором национальной разведки Эврил Хейнс. Чтобы послушать сегодняшнюю администрацию, скажите, что они спланировали каждый сценарий. Вы бы спланировали это, чтобы увидеть, как президент задает вопрос, были ли какие-то ошибки. Нет, этот план провала, зная по себе, что будучи бандой из 8 человек, зная, как информация была впереди времени. Почему не после первого города? Почему бы не после того, как талибы нарушили ранее заключенное соглашение? Почему вы вернулись силой? Зачем уезжать, выводя военных и оставлять там американских граждан? Почему вы ушли посреди ночи на базу и не сказали ничего нашим союзникам? Люди умрут, и они останутся позади. Главное кредо в вооруженных силах – это то, что никто не остается позади, никого не оставляют просто так. Именно это мы и делали. Мы нарушаем доверие и моральные обязательства, которые мы дали им. И не только потому, как это влияет на наш статус в мировом сообществе. Вы знаете, когда британцы, например, премьер-министр и министр обороны призывают нас продлить срок, и немцы, потому что они тоже хотят вывести оттуда своих людей, которые оказались в заложниках. Но вместо этого у нас есть президент, который запуган и умоляет нас начать переговоры с Талибаном. So when the president says that the 31st is a deadline, I wonder if he's making that same decision process of why he wanted out to try to make a date of a 20th anniversary. Итак, когда президент говорит, что 31 число является крайним сроком, мне интересно, принимает ли он тот же самый процесс решения, почему он хотел попытаться сделать дату 20-летия нападения 11 сентября на башни-близнецы. Мы хотим быть предельно ясными с ним. Я очень уверен, что мы получим столько, сколько возможно. Все это будет очень-очень сложно. И я спросил о 31 числе, крайнем сроке. Это все еще цель? Конкретно у вас должен быть план, чтобы пройти 31 августа. Они заверили меня, что да, у них есть планы. Так посмотрим, что же из этого выйдет. И другой большой проблемой, конечно же, является террористическая угроза, которая теперь нависает над нами.